Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 1010. Первое задание. Пусть А – это множество параллелограммов, Б – это множество прямоугольников, С – это множество ромбов. На рисунке 12.14. Тогда возникает вопрос, множество каких четырехугольников обозначено буквой D? Давайте внимательно посмотрим. Множество D – это множество, которое входит и в множество B, и в множество C, и в множество А. Только один четырехугольник является одновременным и прямоугольником, и ромбом, и параллелограммом. Это квадрат. Квадрат – это параллелограмм, у него противоположные стороны равны и параллельны. Квадрат – это прямоугольник, у него углы прямые. И квадрат – это ромб, у него все стороны равны. Итак, D – это множество квадратов. А теперь надо закончить предложение. Всякий прямоугольник является параллелограммом. Мы говорили, прямоугольник – это параллелограмм, у которого все углы прямые. Всякий ромб является параллелограммом. Тоже давали определение. Ромб – это параллелограмм, у которого все стороны равны. И всякий квадрат является, а мы только что сделали первое, и параллелограммом, и прямоугольником, и ромбом. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.